скончавшийся от последствий коронавируса бывший муж Аллы Пугачевой. Режиссер Александр Стефанович не хотел ложиться в больницу, но отправился туда из-за одиночества. Об этом рассказал Лука Сафронов, который вместе со своим знаменитым отцом до самого конца поддерживали покойного и оказывали ему финансовую помощь. «Мы связывались с ним в последний раз вчера. Ему становилось лучше. Он еще говорил, но ему было тяжело дышать. Но вот оказалось, что организм не выдержал». По его словам, Стефанович собирался лечиться от ковида дома, и Сафронов-старший купил ему для этого лучшие препараты. Однако режиссер быстро понял, что за ним некому ухаживать в быту, и согласился на госпитализацию. Друзья помогали ему и в больнице вплоть до того, что возили супы в судочках. Однако даже под наблюдением медиков организм режиссера не справился с обширным поражением легких. Он понимал, что едет в больницу, но ехал туда не с самыми лучшими мыслями. К сожалению, он предчувствовал: «Мы сделали все, что могли. Наверное, для нас это будет одной из самых больших потерь», — подытожил Лука.